Чувашстат сегодня опубликовал данные по миграции. Так, за последние полгода из республики навсегда уехали в страны дальнего зарубежья 215 человек. При этом из села в город переехали почти 2000. Эта цифра почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В республиканском статистическом ведомстве подчеркнули, что эти данные не должны никого пугать. Это естественный и не просто нормальный, а вполне объяснимый процесс современного общества. При этом Чувашия может похвастаться высоким уровнем внутренней миграции в пределах родного региона. В Чувашии преобладают перемещения населения внутри республики, то есть из села в город или из города в село. Так, в пределах республики в первом полугодии перемещалось почти 12 тысяч человек, что больше аналогичного периода прошлого года на 17%. Репортеры республики вышли на улицы города, чтобы узнать мнение людей о перспективах переезда в другой город. Что думают люди по этому поводу? Как оказалось, большинство опрашиваемых не готовы оставить родину даже ради новых возможностей. Наоборот, сюда переехали из севера. Да, вам тут нравится? Нравится очень. У меня сестра в Северодвинске живет. Они в этом году побыли, очень понравилось. Сказали, теперь в отпуск только сюда будем приезжать. Наша родина – это Чувашия. Я побывал в многих городах, и честно сказать, что мне не хочется покидать этот родной город, эту родную республику. Знаете, я пробовал жить в других городах. В Чебоксары всегда тянет. Больше 3 дней в другом городе находиться невозможно. Вот лично мне уезжать в Чебоксары не хочется.